Новый учебный год начинается с радостных для юных славянцев событий. Открытие современной, оснащенной, как говорится, по последнему слову техники, лаборатории в районном центре дополнительного образования школьников. Что может быть лучше для увлеченных естественными науками ребят? Смотрите репортаж о торжественном открытии исследовательской лаборатории. Центр дополнительного образования школьников в нашем районе – это свыше 4000 одаренных и очень увлеченных ребят. Они не просто осваивают новые знания, но и проводят научные исследования и даже делают в науке свои первые открытия. Но для этой работы необходим соответствующий научный инструментарий. И задача местной власти – прежде всего обеспечить комфортные условия для развития каждого. Почетными гостями на открытии лаборатории стали глава Славянского района Роман Синеговский и депутат законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Хочу сказать большое спасибо Виктору Васильевичу Чернявскому и депутатам Прокопенко и Куймжиеву, потому что, вот, как мы говорим, все начинается с идеи, все начинается, с фантазии. Благодаря их инициативе вот все-таки родилась эта идея построить эту лабораторию. Хочу пожелать, чтобы, наверное, в этих новых условиях рождались новые идеи у наших ребят, чтобы воплощались, реализовывались ваши планы. Депутат законодательного собрания края Виктор Чернявский искренне поздравил всех собравшихся с открытием этой замечательной лаборатории. В школе вы получаете общие знания, а вот посещая кружки, занимаясь юнацкой работой, исследовательской, вы готовите себя, возможно, к будущей профессии, потому что именно здесь происходит выбор. Вы сказали Сеченов Павлу с придыханием, да, может, мы лет через 20 будем ваши фамилии, имена называть с таким же придыханием, потому что от маленьких опытов, от маленьких побед вы идете к взрослым достижениям. Поэтому все это делается для того, чтобы у вас были комфортные условия. Для того, чтобы вы помнили, когда вы вырастете, вы тоже должны расширить базу станции. Либо за счет новых опытов, экспериментов, достижений, либо за счет нового строительства, потому что завтра будете управлять краем, страной. Директор Центра дополнительного образования Елена Слюсарева выступила с ответным словом. Сегодня очень счастливый и радостный день для нас всех. И для наших родителей, и для наших ребят, и для педагогов, да и, наверное, для всего Славянского района. Ведь у нас появилась такая современная, шикарная исследовательская лаборатория. И, конечно же, ребята, условия созданы все. Поэтому мне хотелось бы пожелать нашим юнатам, чтобы вы не останавливались на месте, чтобы вы всегда развивались, к новым вершинам знаний шли, новые открытия совершали, исследования. Это же так замечательно. Она выразила слова благодарности и признательности всем, кто словом и делом помогал строительству лаборатории. Самый торжественный момент открытия – перерезание красной ленты. Почетное право разрезать традиционную ленту открытия новой лаборатории предоставляется Роману Ивановичу, Виктору Васильевичу, Елене Павловне, юнату года Диденко Екатерине и юным ученым. Затем почетные гости и участники торжественного открытия вошли в лабораторию, где юные исследователи вполне профессионально продемонстрировали опыты по определению зрелости яблока, хлора в воде, количества нитратов в арбузе и другие. Берем, у нас специально есть индикаторные полоски. Они у нас открытые. Так. Окунаем зелень. И будем ждать результата. Юнат года Екатерина Диденко учится в школе в выпускном классе, но уверена, что за год она многое еще здесь успеет сделать. Я очень рада, что открылась лаборатория. Мы так долго этого ждали, предвкушали, что скоро будем проводить какие-то знаменательные опыты, использовать крутое оборудование. И теперь у нас такая большая возможность, наконец-то, то, что мы давно запланировали, сделать реальностью. И еще целый год. Год этот, на самом деле, очень длинное время. Оно будет идти медленно. Я думаю, все мы успеем сделать.
В распоряжении юнатов есть современное оборудование. Микроскоп, проецирующий на экран, как протекает опыт. Шкаф с вытяжкой для хранения химикатов. Специальные электронные весы и мойка для оборудования. И, конечно же, компьютеры. Впереди у ребят интересное, полное новых исследований и нешуточных открытий жизнь. Так пожелаем им всяческих успехов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».